Еще один пример интеллекта врановых птиц. Я тут недавно типа убирал, типа, да? Иди сюда. Кто в этом виноват? Марта, отойди, ты не виновата. Ну, здорово. Открыла клетку и разбросала здесь все вокруг. Что скажешь, твое оправдание, умное создание? Правда, что людям не нужно заводить в врановых квартирах? Ты согласна с этим утверждением? Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь в свое оправдание. Люди должны знать правду о вранах. В частности, о серых воронах. И сразу делаешь вид, что ты такая панька, да? Конечно. Марта, можешь ее наказать за это. Она заслужила. Да еще бы ты ее накажешь.